Всем привет из серой и дождливой Германии. Я не знаю, что в этом году творится. Уже практически середина июля, а у нас целыми днями вот такая погода. Представляете? Дождь, ветер, дубак. Детей сегодня отправила в куртку, потому что утром было так холодно. Это просто уже невозможно. По-моему, во всех странах уже, кроме Германии, стоит солнечная летняя погода и жара. В Москве так вообще там аномалия. В общем, как и во всем мире, какая-то происходит аномалия. Где должна быть стоять жара, там ее нету. Вот тут я. А где должно быть похолоднее, там наоборот жара. Смотрите, я до сих пор не могу помыть окна. Вернее, я их уже мыла, но это, я не знаю, тут их просто надо стоять и каждый день намывать. Так что все вместе терпим и ждем тепло. Тут я занимаюсь уборкой, и как раз нам пришли матрасы. Сейчас я доубираюсь и распакую, и примерим, посмотрим, подойдут ли они на нашу кровать. Наконец-то, тоже ждали практически месяц. Сегодня с утра я уже съездила в магазин и хочу вам показать, ну, такие, знаете, бытовые товары, которые я приобрела. Ну, начнем с того, что это не бытовой товар, это песок для кота. Я не знаю, что уже делать, какой песок пробовать. Вообще, изначально мы брали такой дешевый с Aldi, Lidl, но от него вонь стояла просто нереальная. Потом мне моя пациентка посоветовала вот этот кацан. В принципе, он неплохой. Единственный минус в нем, что его, получается, надо потом целиком высыпать. Ну и, конечно, это не сильно, как сказать, экономно, потому что вот 9 литров, а нам считают, ну, на раз, да, стоит 5 евро. После этого кацана я уже пробовала, наверное, еще 3-4 фирмы. Ну, других производителей, это просто ужас. Я не знаю, есть ли среди моих подписчиков, у которых также есть коты, каким туалетом вы пользуетесь для котов, потому что до сих пор я как бы еще в поиске. Ну, по крайней мере, сейчас я пока остановилась еще раз на этом. Будем брать тот, пока, может быть, кто-то что-нибудь другое не посоветует. Так, ну давайте я просто буду так доставать и вам показывать. У меня уже все закончилось, поэтому надо было ехать. Так, первое, что я взяла, это для ванны и душа противокальканные средства. Я тоже постоянно, знаете, экспериментирую, постоянно что-то беру новенькое. Ну, вот антикальки я уже брала, и не раз, в принципе, мне нравится. Так, следующее, это у нас гель для туалета. Также экспериментируем, не беру постоянно одни и те же средства, ну, не знаю, мне вот так больше нравится. Вот сейчас я Domestos не брала давно и вот решила опять его взять. Так, следующее, у меня вот видите, тут не очень-то много покупочек. Следующее, что я беру как бы постоянно, это вот эти таблетки для туалета, ну, тоже, знаете, как глубокое очищение, да, он получается, всякие там застои, если какие-то там грязь, то оно пробивает. Не знаю, о, смотрите, тут персик мой, он выходит, а потом, ну что, а зачем выходишь, а потом царапается. Ну, в принципе, эти таблетки тоже есть от разной фирмы, подороже, подешевле. Но я взяла ихнюю, вот эту вот Домол фирма. Это, кстати, покупки это все с магазина Росмана. Ну, ихняя внутренняя марка. Так, следующее, что я взяла, это какой-то новый, новенький парфюм для белья. Скажем так,
С этим я тоже постоянно экспериментирую. То есть, как бы у меня есть любимчики. Это вот эта фирма Softlan. Не знаю, правильно называется. Только в такой голубой версии. Ну, ихняя такая самая, как бы, ходовая. Я беру, конечно, не только от этих фирм, от разных. Но вот такую я еще не видела. Ну, возможно, просто я не видела. Ну, запах, в принципе, пока приятный. Но тоже я не могу сказать, что вот у меня есть какие-то фавориты. Я беру только вот это и другое, больше ничего. То есть, как бы, я тоже постоянно, ну, пробую что-то новое. Также впервые я взяла вот этот порошок. Беру впервые от Перволь, именно вот в этой расцветке. До этого брала я для черного белья, а это как бы универсальный. Решила попробовать. Я не знаю, в чем дело. Вообще, я предпочитаю пользоваться такими, как бы, или таблетками для порошка. Ой, для, ну, таблет, жидкой в таблетках для машинки, или ну, простым рассыпчатым, да. Я не знаю, вот у меня в последнее время из машинки, знаете, стоит какое-то такое неприятное, не то чтобы неприятное, но, знаете, как будто вот что-то где-то состоялось. Я, может быть, думаю, что потому что я пользуюсь именно сейчас, на этот момент, повернусь к вам лицом, может быть, потому что я пользуюсь, знаете, просто рассыпчатым порошком, и где-то он, возможно, комкуется, и, соответственно, потом не промывается. Я уже не знаю, что делать, я уже... Всякие народные средства. Я уже, наверное, 3 или 4 раза ее промывала. Внизу также открывала вот эту, ну, штучку, где там тоже надо спускать воду. Ничего не помогает. Может быть, вы что-нибудь посоветуете? Потому что, я не знаю, я уже весь интернет обрыскала. Но как бы на белье это сильно, ну, не влияет. Оно как бы в сушилке потом сушится, оно не воняет. Ну, этот запах мне просто вот, знаете, когда машинку открываешь, я ее проветриваю, у меня всегда она открыта, я всегда мою там вот дезодоры для порошка. Но когда ее открываешь, знаете, такой, ну, вот неприятный запах. Я прям не знаю, что делать. И вот сейчас попробую, может быть, попользоваться жидкими, ну, жидкими этими порошками. Может быть, со временем как-то что-то там пробьется. Но если уже от специальных средств не пробилось, то это навряд ли. Ну, в общем, не факт. В общем, я взяла на пробу такой перволь. Так, следующее — это такой, как, знаете, как активированный пульвер, да? То есть, получается, ты насыпаешь это в туалет, и оно там дает реакцию, и вся вот эта грязь, вот это все отмывается. Вот это и вот эти две вещи я беру на постоянной основе. Я их беру постоянно. Есть такой же, только от доктор... Ой, представляете, забыла фирму. От доктор... ну, в общем, вы поняли. Она подороже, там вот такие три упаковочки. Я тоже брала на пробу, думала, знаете, что-то там такое будет... А, в принципе, реакция что от того, она одна и та же. Так что остановилась на этом. Так, следующее, что беру уже второй раз, это... Первый раз я взяла на пробу, и вот сейчас повторную поставлю в другую комнату. Это вот что-то тут как-то со светом, да, не то. Так, это вот эти вот палочки для дома, ну, запах. Вообще запах очень приятный. Мне вот все нравится, что тут есть как бы такая проба, да, и ты можешь уже примерно как бы, ну как, у тебя уже примерно представление есть, как, какой это запах. Ну, то есть я первую взяла и спробовала, мне понравилось, я сейчас взяла вторую на пробу. Так, следующее — это кошачьи колбаски. Потом взяла два дезодоранта. Вот этот я еще ни разу не брала запах, а вот этот тоже я, в принципе, ну, частенько повторяюсь. Очень нравится запах, просто, знаете, такой вкусный. Кстати, они сейчас в Ангиботе. Так, следующее, без чего я никогда не обхожусь, это моя шампунь.
Я раньше, как я уже где-то говорила в видео в прошлых, что я человек, который страдает от перхоти. И если я помою голову каким-то либо другим шампунем, все, хана. Так что вот этим шампунем я постоянно моюсь. Раньше я мылась Head & Shoulders, но сейчас у меня тоже не стал походить. И у меня у дочки тоже, знаете, начинается переход на такой возраст, и у нее тоже, ну как, перхоть. И я, кстати, вот это, не этот шампунь, ни какой-либо другой ей не помогал. Потом я зашла на аптечный сайт, ну, в аптеку онлайн, и нашла вот этот шампунь. Это, знаете, он получается как и от грибков, потому что перхоть это все равно, знаете, там на коже, да? Она уже в такой степени, кожа головы чесалась, она в такой степени была раздраженная. Это, знаете, какая-то, не знаю, какая-то французская фирма. Но отзывы такие хорошие были. Правда, она не дешевая, такая баночка стоит около 18 евро, но, знаете, тут же роли не играет, если твой ребенок так мучается. В общем, она два раза и помыла, и перхоть как сняла рукой. Правда. А, знаете, бывает такое, что как бы все равно, ну, на теле человека там всякие грибки, бактерии, да. И вот этот шампунь именно как бы подходит у кого тут... Тут даже, по-моему, и стоит. Ну, тут в описании нет, а вот именно в полном, как бы раскрытом описании там стояло, что также если, например, какой-то грибок на голове или что-то, вот знаете, какая-то там, ну, проблемы именно с дерматологией. В общем, два раза помыла, перхоть как рукой сняло. 100 миллилитров. Мыть надо три раза в неделю и как бы наносить, как, знаете, как бальзам, три, и вот именно втирать ее в кожу головы. В общем, кто также страдает, присмотритесь. Первые масочки я взяла вот такие антифальтен. Ну, как бы сильно фальтен у меня еще нету. Я, наверное, еще молодая. Но такие, знаете, мимишные вот вокруг глаз все равно что-то есть. Поэтому я думаю, это как, знаете, как профилактика. Постоянно беру такие масочки, очень нравится. Потом обязательно я взяла вот с гиалуроновой кислотой, получается с гиалуронкой. Так, я вот каждую по две штучки беру. Кстати, вот знаете, тут получается, я не тут на две можно части делить, да, ну вы знаете, наверное, кто в Росман ходит или в другой любой магазин. Но мне хватает, например, вот этой половинки еще. То есть я эту половинку делю еще напополам. То есть этих масочек хватит, но очень долго. Так, следующее. Это такая масочка от фирмы вот эта Sana. Тоже внутренняя Росмана. Для... Тоже с гиалурона, алоэ вера. И для Feuchtigkeit. Представляете, вот читаю, да, и вот забыла, как перевести Feuchtigkeit. Вот такое бывает у меня. Потом также с алоэ вера. Мне очень нравятся продукты, которые именно с алоэ вера. Нормали и Мишхаут. Потому что вот у меня именно Мишхаут. Мишхаут получается смешанная и жирная, и сухая. Так, тоже две взяла. И этих тоже две взяла. И... Такую взяла еще экстра для глаз, вокруг глаз и губ. Вот именно я всегда смотрю, чтобы стоял вот этот Куцейн. Тоже для всех типов. Так, что там у меня еще осталось? Ну, это лезвие. И взяла себе два лака. Вот такой перламутровый. У меня такого нету. И такой немножко под оранж. Люблю очень вот эту фирму, именно вот эту фирму для лаков. Правда, стойкие и бюджетные. Вообще, я уже 100 лет не покупала лак для ногтей, потому что я долгое время как бы делала ногти. Сейчас, видите, все, как корона пришла, так перестала делать. Ну, а сейчас такие цены подняли, поэтому как-то... Что-то мне не хочется 50-60 евро отдавать на 3 недели. Ну и поэтому я вот решила приобрести себе лак. Хотя у меня лаков очень-очень много, но они, наверное, уже все застыли. Вот я уже матрасы положила.
Посмотрите, какие они высокие. Чтобы вы видели для сравнения. Наша кровать, она получится как бокс, спринг бед. И считая матрас, они, наверное, где-то 24 сантиметра. Я их уже испробовала. Хорошие. Заказывали их мы из магазина Lidl. Ну, как бы в Лидле тоже всякие там и Брекли есть марки. По-моему, сейчас даже они в хороших, на хороших скидках. И я сразу заказала вот эти вот защитные накидки, да, на матрас. Потому что с первыми матрасами я это не делала. И, соответственно, они быстро-быстро завозюкались. Ну вот, можно сказать, новая кровать. Так, плохо видно. Новая кровать. Осталось только вот тут ее доперетянуть. И все. Красота.